Ой, нет, ничего не бери. Хотелось бы создать вот такое вот максимальное, вот не мрачное именно, а вот то, ради чего, собственно, люди потребляют там ЛСД, страшно, вот идут на смерть, наркотики, почему они прыгают с парашютов, почему они идут наемные солдаты там, и так далее, в экстремальные точки там едут и так далее. То есть ради определенного праздника, вот ради вот праздника с большой буквы, праздника вот какого-то такого, вот, экстремально, экзистенциального какого-то, не знаю, мистического праздника. Потому что если праздника нет, то это жизнь. Жизнь нахуй не нужна. Летели качели без пассажира, без постороннего усилия сами по себе. Летели качели, да, без пассажира, без постороннего усилия сами по себе. Сами по себе. Для начала
фрагмент из одной публикации. Одним из ярчайших парадоксов нашего времени является факт безумной, ни с чем не совместимой популярности среди молодежи группы «Гражданская оборона» и ее лидера Егора Летова. Тысячи фанов штурмуют залы, где проходят его выступления. Юноши и девушки в майках с его портретом заполняют летом московские улицы и вагоны метро. Его песни выучиваются наизусть, и на концертах публика даже не слушает его тексты, так хорошо знает их на память. Его любят и боготворят не только в Сибири, откуда он родом, но и в столице, в крупных городах во всей России. Ему гарантирован тотальный успех в любом зале любого города России и не только России. Итак, сегодня у нас в студии лидер группы «Гражданская оборона» Егор Летов и администратор группы Игорь Лапин. Сегодня в 19 часов в клубе «Восток» состоится концерт. У нас есть немного времени, и в течение получаса, значит, ребята в нашей студии и ответят на ваши вопросы, на ваши звонки. Ну, начнем, пожалуй, да? Да. Сегодня у нас не будет видеозаписи. Мы иногда прибегаем к показу фрагментов каких-то концертов. А вот почему? Почему, Егор? Что? Почему не будет видеозаписи? Не знаю, ну почему не будет. Ну, у вас есть записи какие-то? Дело в том, что мы не занимаемся искусством, мы не занимаемся видео, мы не занимаемся ни одной, скажем так, производной из системы или вот, как бы сказать, цивилизации, то, что цивилизация делает. Это видеозапись, это искусство, это музыка, это что-то там еще, это издательство. Мы не занимаемся этим, мы занимаемся другими вещами. Мы даже не занимаемся творчеством, мы занимаемся другими вещами. Мы занимаемся показом того, как надо действовать в очень опасных и ярких ситуациях, состояниях. Собираемся, максимально концентрируемся, делаем определенное такое действие. Вот. Люди, которые приходят на концерт, они к этому тоже готовы. Но большинство из них. Они отвечают адекватно. Понимаете? Это из области, не знаю, как бы сказать. Вот, сбрасывание грехов, скажем так. Даже так? А что значит даже так? То есть имеется какой-то сакральный в этом всем процессе? Ну, у нас всегда он имелся. Это всем понятно. Сейчас это стало модно, теперь стало, так сказать, ясно, что тогда вот это был гаражный панк, то есть там он издается огромными сериями, там роскошными. Вот. Тогда люди, как бы сказать, верили в то, что вот они вот сейчас вот играют, да, и там. Ну, как бы получилось, что они тогда проиграли. И все, да. Вот. Они тогда проиграли после этого. Нет, ну это как все. То есть, если ты один раз проиграл, то ты уже больше как бы не поднимаешься. Это невозможно. То есть, ну как сказать, вот как мячик по полу ударить, то есть он. Прыгнул ниже, все. Вот. Сейчас вообще считаю, что рока нет. То есть мы какие-то последние магикане, так сказать. Ну, то, что мы делаем, считаю, это не рок, это из области там, ритуала какого-то. Как последний магикан. То есть мы просто постоянно. То есть все, что мы делаем, там политика, там музыка, там какие-то эти наши заявления, может даже это интервью, это из области. Показать, что мы все, то есть еще есть кое-что, то есть можно жить, можно стоять как бы на ногах, так сказать, вот среди этого всего.
Ну, да, вот это. Ну тут, блин, еще. Может, спеть чего-нибудь. Давайте споем. Давайте коньяку выпьем и споем песню. Давайте. Ой. Мамочка, подождите меня тогда, что ли? Ну как же это? А ты поняла, как что делать, да? Да. То есть она уже. Я не буду. Погоди. Не будешь? А я тоже. Нет, я буду. Будет очень характерный момент, то, что в телевизор хочется смотреть когда-то. Да, и поэтому, просто, и поэтому в камере в телевизор все смотрят куда-то не туда, куда надо. Да, это что-то интересное. А вы не смотрите. А вы завесьте его. А встань около телевизора, Ярчик. Завесьте его. Да, конечно, так я думаю, надо. Интересно как. Это представь, так сказать, для истории же все остается. Конечно. Как фотография, только лучше. Я не слышу.
смеюсь, и ловлю пополам наш батюшка Ленин. За всем усов он разложился на плесени, на лень повыбет, на перестройке все идет, и идет по плану, и все грязь, и противность голый лед, и все идет по плану. В те времена, когда мы писались на вот этой ужасной аппаратуре, приходилось идти, на, с одной стороны, на уступки определенной аппаратуре, а с другой стороны, это было достаточно занятно, потому что все, что задумано, оно все не удавалось. Вот все, что как это в голове звучало, но все не получилось ничего. Вот все, что задумано, оно ничего не получалось. Но получалось что-то другое. Поэтому вот в процессе, так сказать, записи я как бы даже вот отринул вот этот вот момент того, что можно сделать то, что ты хочешь. Поэтому, то есть она песня, вот она задумана вот так-то, 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 так-то. Вот. Когда начинаешь записывать, получается чёрт знает что. Получается интересно. Поэтому для меня вот этот процесс записи, он гораздо интереснее и важнее, чем концертный. Как бы, вот. Лишь разбитое крыльцо, молчаливый птичий дождь, да винтовка без патронов в свой последний Сталинград. Но миром правят собаки, тела населят собаки, в мозгах завывают собаки, и выживают здесь только собаки. Взмывают в небо за моим за окном непобежденная страна. Взмывает в небо за моим за окном непобежденная страна. Нет, по-моему, нет, слишком далеко. Небо за моим за окном непобежденная страна. Взмывает в небо за моим за окном непобежденная страна. Ты что там? Ты снимаешь? Да, конечно. Так просто. Не, понимаешь, я уже понял, чтобы получиться хороший материал, нужно снять кучу говна, понимаешь? Ну. А потом уже просто выбрать хотя бы минут на 10, чтобы было что-то путное. Ну, понимаешь, надо снимать ее. Разница заключается в том, что либо снимай, либо жить. Отлично. Отлично. Ну, если... Объясняю вам обоим, короче. Когда, ну, я понимаете? Знаю, что он обрезает вообще. Он обрезает, что да, понимаете? Что сюда не знал? Первый раз было как-то? Нет, не было, ничего. Ну, второй раз у нас еще дети.
Самое что интересно, что в этот момент, да, где, собственно говоря, ничего не играет, особенно, да, все исчезло. Ужасно хочу, чтобы все было хорошо у всех. Чтобы ужасно у всех... У всех хороших. Нет, вообще у всех. У плохих тоже. Чтобы ужасно маятник качался в правильную сторону почаще. Листья роняет вяз, осень пришла опять. Ты как стол долговяз, как бутылка на 75. Ты смотришь во собственный сон, смакуя надежды день. Ты пьешь один колон, ты ждешь настоящий день. У тебя ничего больше нет, ни жабы, ни штанов. И тебе немало лет, чтоб смачно кричать, будь готов. На свой удивительный мир уже, извини, пропустил. Ты старый плесневый сыр, ты годен для тех, кто жил. Для тех, кто жил и живет, тот верен, что будет жить. Друг, дай пузырек, твоем веселе пить. И нет ничего впереди, в прошедшем тоже тоска. Видишь, они голод. Ну как, для меня политика это просто, это очень нормальное живое отношение к реальности. К тому, ты же живешь на этой земле, ты живешь в этом доме, если ты за него не отвечаешь, если ты не отвечаешь за свою улицу, за свой город, за свой дом. Вот. Ну, то, стало бы ты никто, ты, либо идиот. Просто, так сказать, мягко выражаясь, так сказать. Вот. Либо ты подонок, трус. То есть в любом случае предатель, участие. Предатель. Ты предал, собственно говоря, все свое дело. Вот, то, что делал твой отец, твой дед и так далее. По большому счету, мы люди очень не то, что патриархальные, но мы очень это все дело уважаем и ценим. Мы ценим все, что сделано. Под столетними сугробами библейских анекдотов, похотливых православных и прожорливых католиков, покинутых окопов и горящих муравейников, вечная весна в одиночной камере. Вечная весна в одиночной камере. Толпами, домами, площадями, многолюдными пустынями, зловонными церквями. Вечная весна в одиночной камере. Сквозь зеркальные убежища, словарные запасы, наглюдные мыслишки и непропитые денежки, обильно унавоженные кладбища и огороды. Вечная весна в одиночной камере. Вечная весна в одиночной камере. Считаешь ли ты, что гражданская оборона – это Егор Летов? Потому что у тебя много людей. Да, конечно, потому что это мой проект, ну, конечно, отвечаю. Гражданская оборона – это и есть Егор Летов, так сказать. А больше никого, собственно говоря, нет у нас. То есть у нас есть ряд людей. Раньше был еще вот Костя Рябинов, Кузьма, так называемый, вот, в кавычках. Вот. Но он сейчас, у него свой проект, он в Ленинграде работает. Вот. Остальные все люди – это из члены группы «Инструкция по выживанию». Это нормально, по-моему. Нормально, хорошо. Ну вот. Ты когда будешь орать, там, как начнешь того? Ну, слабовато, конечно. Как ты можешь? Это все, что мне осталось, да? Это все, что мне осталось, это все. Что? Я думаю, нормально все. Да там шани. Ой, только ты не можешь. Эй! Вот. Это все. Вот, не... Ну, пускай будет тихо, потом включим все микрофоны в ход и так сделаем. А, кстати, да. Вообще на все. Микрофоны специально.
Я вояка, я солдат. То есть человек раз в жизни делает определенный выбор. Кто он такой? Либо он, грубо выражаясь, обыватель или обычный человек, либо он солдат. Если он солдат, тогда он отстаивает определенные ценности, которые выше его, ради которых можно отдать жизнь. Медиумами, в лучшем случае, проводниками этой силы. И в этом смысле получается, что разница между всеми, кто находится в нашей стране, всеми этими проводниками силы всего человечества, очень недружная и большая. Это имеет место один фронт, который по времени, с точки зрения истории, очень маленький, потому что человечество живет совсем ничего, то есть 30 лет. Вот. И на нашей стороне получается такой некий фронт, где был Достоевский, там Христос, где Ремиллер, Лимонов, ну и там и так далее. Вот. После нас будут такие же. Вот. Я считаю, что если все, что происходит, это война между жизнью, творчеством, не энтропией, а смертью. Все, что мы делаем, это мы отстаиваем. То есть мы сейчас не покушаемся на большее, потому что мы сейчас находимся вот в страшной ситуации. Мы находимся, я считаю, вообще человечество на грани вымирания. И разговор нужно вести о выживании, отстаивании, отстаивании жизни, как принципа творчества, а творчество это как эволюция для меня. Потому что любое творчество это революция, превозмогание смерти. Oh,
И умирать я не собираюсь. И никто из тех, кто остался в живых в нашей компании, умирать не собирается. Мы все живщики. Но умирать, мы не собираемся выживать в любом, за любую, как бы сказать, там, за любую зацепку, там, цепляющись. Вот, в любом случае. То есть если вера, самое главное, да? Должна быть. Большому счету, да. Я думаю, мы гораздо верующие, чем все патриархи наши, вот, всех церквей за всю эту историю. Да, мы верующие, да. Я люблю жить, я люблю жизнь. Не просто любую жизнь. Но мне нравится жизнь с большой буквы. У нас очень много животных у всех, у каждого. У меня вот три кота просто лично. Вот собираюсь вот собачку завести. Вот, по большому счету, вот какую-нибудь жабу завел или какого-нибудь еще там зверка там. Он не позвонил. Зо. В командировку едет. Козы как красивенько. Рок-н-ролл мертв, а я еще нет. Ты аж звенящая, понимаешь? Это правильно совершенно. Тогда понятно слова. Тогда уже не задумываешься о том, что там человек поет, а уже энергии там, а что там с этим стоит. Настала весна, там, вмиг настала весна. Понимаешь, вот скажешь, чтобы вот это, согласно она, они же глухие. Ты переставь, это еще, если это будет, допустим, опускаться, это будет перезапись какая-то. Это вообще все сядет нахуй, понимаешь? Это вообще ничего не понятно. Наезд. Народ хороший, да? Просто удивительный. Это называю колодец. Вот, примерно то же самое, что Башлачев называл. То есть это открывается такая, как некая пробка пробивается, вот как то, что было закупорено до этого. Вот, и идет просто фонтан. Я сам не по себе.
Если только вообще специально попросишь.